Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Матфея, 24 глава, 20 стих. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Одно предложение. 2000 лет что-то убавляет, что-то прибавляет, а все знают, что зима была. И вот когда какое событие надвигается, и ты знаешь, что там беда близкому человеку, что ты ему можешь наказать? Груз какой есть, брось не до этого. И здесь говорится, трудность бегства. Дальше горе беременным, питающим сосами. То ли бежит человек простой, или она беременная. Ребенка не бросишь, жалко, и бежать с ним невозможно. Но ты, Господи, сделай, чтобы враги не приходили не бегать. Нет. Нам дается возможность бежать. Бегите. Когда бьют в одном городе, бегите, бегите в другой. Это речь идет не просто о нас. Когда Ирод готовится убить младенцев, уже кинжалы точит. Господь мог бы сделать в один момент, умер тиран, никого нету. Нет. Является ангел. Заметьте, сколько ступеней. Ангелу надо доверить. Под видом ангела иногда нечистая сила является. Но люди поверили. И при том, что не иди, говорит, а беги. Беги. С младенцем бежать легко ли? Господи, защити, это сын твой. Нет, у Бога план определенный. Это слово не евангельское, ну, понятно. Режиссура небесная начинает с землей соприкасаться и сходится один к одному. Беги. И вот, когда говорится, ученики задают вопрос, когда это будет? И какой признак твоего пришествия? Это два вопроса. Когда это будет, что он говорит, Иерусалим будет разрушен, ну и все остальное. Это речь шла об Иерусалиме, 70-71 год от Рождества Христова. А как, пришествие, это совершенно за две с лишним, может быть, тысяч, половина тысячи лет. Мы видим, подошло все буквально где-то около дверях. Завтра все будет по-другому. Даже вперед на 10 лет сегодня нельзя. Хотя раньше пятилетки какие-то были. Итак, я сегодня хочу остановиться на одном слове «зима». Нам ли сибирякам не знать, что зима? Ну, даже вчера 21 градус. Знаете, как тяжело, кажется, выше. Я замерз сразу. Чуть там с голубями не окочурился. У нас есть человек, который жил в Магадане, который говорит о температурах, которые для нас даже не по... 50 градусов. Когда шины лопаются. Да мало того, еще бывает с добавкой какой-то. Давайте поговорим хотя бы о нашем месте, сибирском городе Барнауле. Раньше, это я хорошо помню, 40-45 градусов нормально было. Не только воробей, а ворона летит, крыльями машет, все, упало и замерзло. Ворона, когда у нее тут костюма сколько надето. Какая зима в Израиле. Ну понятно, это южно, но лед бывает, иначе о нем бы не было написано. Лед. Мало того, что дочь Иродиады, будто бы Соломея, которая голову-то, ну, мать-то ее, Иоанна Крестителя, отрубили, принесли. И будто бы с ней было такое, что она шла по льду, как она плясала, дочка-то угодила. И вот она теперь своими ногами продавила лед. Вот, ну, наби сейчас, пойдет, затянет, и все, и спаси. Полезешь, тебя туда, то река течет. И будто бы льдины плавали. И льдины сошлись, и ей голову отрезало. И голову матери принесли на блюдо. То ли это предание, то ли на самом деле. Но смысл о том, что лед. А что лед там, Давид неоднократно говорит об льде. И мы сейчас посмотрим это. Я не был там, посчитал, в какие годы температура как менялась. Это не надо. Но смысл в том, что зима – это бесплодие. А здесь заложен духовный смысл. Вот. Я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви, считаем мы. А вы ветви. И поэтому мы, как ягодки, друг другу соприкасаемся на этой ветке. Из него готовят сок и крепкое вино. Это истинно строгое учение. А не повреждай вина и елея, это елея, ну, кротко, так скажем, все равно Господь тебя любит. Приди, покайся, обратись. Я с разных мест Писания напоминаю об этом. И здесь говорит... Бегство, чтобы не случилось зимой. Зима – это голое дерево. А дерево укрывается чем? Листьями.
И мы все себя представляем по одному листочку, говорит Златоуст. Хам, который не прикрыл отца, который разметался, одежды такой-то не было, просто материя была на нем. И Ханаан, сын его, видимо, прибежал и сказал, и разнесли какую молву. И он когда отрезался и проклял его, проклят Ханаан. Раб рабов будет, это черный континент. И они никак не могут на уровень с другими народами выйти по сегодняшний день. Мы должны приноровиться к языку и пониманию священного писания, как это написано. Зато он говорит, все мы ветки, листья. И листок не пришел. Смотри, сколько у нас сегодня лет людей. А ты хуже хама. Хам не прикрыл, а ты раздел мать церковь. Вот двое мы не пришли, голое место на дереве. Листьями покрывается. Мы листья. И чтобы зимой не случилось бегство, это бесплодие, когда человек охлаждается, в Бога не верит, живет по-мирски. И мы посмотрим сейчас, что Святая Библия говорит о зиме. Сибиряки говорят крепче других людей. Насколько верно, я не мерился, но южные прям совсем замерзают. И вы помните, кто отбил немцев, когда под Москвой были? Когда сообщили из Японии, я уж назову, Зорга был там разведчик, Рихард, сообщил, что Япония начинает завоевывать Китай и идет вниз туда. Сюда не будет. И войска, которые стояли на страже Дальний Восток, они сразу были переброшены под Москву, и как раз в зимнее время сибиряки там в полушубках ударили. На 120-130 километров от Москвы отбросили. Поэтому сибиряки в большом уважении были в зимнее время везде во время войны. Это мы можем оправдать, что мы не боимся этого холода и можем нагнать жару. То есть проповедью. Проповедью огненной, чтобы эти льды расплавить. Считаем. Бытие 8.22. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Человек говорит, все может делать, но перемените день и ночь. Лето и зима. И они еще это не знали, а уже было им сказано, это непременно будет. Ну, Господи, можно так, чтобы как-то зимы не было, будет. Я даже воображал такое, вот если ветра совсем нету, и угля разжечь 1000 тонн, огромную кучу, и отойти на 50 метров, будешь греть руки, нет. Я когда прочитал, то удивился, на солнце. Но дома возьмите полное ведро льда и растопите. Сколько вам потребуется килокалорий? А одно ведро. А вот за одну, кажется, секунду, что ли, от солнца отрывается столько тепла, что достаточно растопить вокруг всего земного шара лед толщиной в 1 километр. Я не был на солнце, не мерил, но приходится верить, что через такое расстояние и лучи солнца доносят тепло. Хотя здесь создать мы этого ничего не можем. Да, атомной бомбы много, но определенные ареалы дальше ничего нету. К тому говорю, что мы должны рассеивать тепло. Тепло, веру во Христа, и проповедь должна быть горячей, чтобы люди холодные сердца растопили, уверовали. Считаем притча Соломона, 20 глава, 4 стих. Ленивец зимою не пашет, поищет летом и нет ничего. Нет ничего. Он не пашет. У нас, а кто зимой пашет? А у них нет снега. Зимой не пашет. Они распахивают. Там в определенное время муссоны идут, дожди. И для чего снег? А много, земля пропитывается, зерна попадают и все растет. Снег тоже нужен. Мы до конца снег-то не изучили. Какие звери благодаря снегу? Вот даже простой заяц. Зайцы, Давид пишет, укромные места ищут, в горах спасаются. Летом он серый под землю. Зима он шкурку оттуда сбрасывает, совершенно белый под снег. Кто это ему позволил так делать? А мы каждый день с этим встречаемся с чудом. Лиса, медведь, тем же светом. А заяц показывает, особая милость на мне. Я маленький, меня поймать могут, а я рягу снег, меня не найдут. Мы не знаем, что они говорят. А разве они говорят? Написано, птенцы ворона взывают Господу о пище. И скот, говорит, предчувствует смерть. На мясокомбинате, когда коров привозят, и прямо слезы текут у них. Мы просто привыкли к этому. Песня песней, 2 глава, 11 стих. Мы должны пахать все время, когда холод, и нет нигде веры, и средства массовой информации забиты гнусностями всякими. А мы должны это растопить и сказать, Христос грядет.
Какая бы беда нам ни была нанесена, врагов мы проклинать не будем. И если они будут здесь плененные, мы постараемся прийти к ним на помощь. Нас Господь снабдил неимоверной заповедью «любите врагов». Этого никогда ни одна религия не знала. А возможно ли это? Трудно понять, как это сделать. Но надо. С самыми близкими трудно примириться. А уж говорить, которые завоевывали тебя, во времена Елисея было. Пророк Илья и друг его Елисей. Ну и как-то случилось. Где-то делают засады сирийские войска. Они там обойдут их. И кто-то говорит, ты только думаешь, что у нас генеральный план, там где-то сидят люди, думают генералы, сидят и проще, в Березово каком-то. А в Израиле все знают. Это кто-то из наших тайных шпионов называют кроты. И один человек говорит, нет, у них есть человек, который знает все, что ты в тайной комнате жене на ухо говоришь. А кто это? Елисей звать его. Так, войска собрать. Альфа, Омега, Собра, все самое лучшее. Идите, захватите его в плен. Он утром-то проснулся, Елисей, смотрит вокруг города войска, ну, который помогает ему, Гиези, говорит, ой, ужас. Он говорит, ты глаза подними кверху. Те, которые там, он глянул, там все небо покрыто войсками. Там больше, чем здесь. И вот сегодня, что бы нам ни говорили, там больше милости, чем здесь, больше, сколько злости. А что делать? Ну, побить их, а как побить? Ну, чтобы спустились, не надо. Я помолюсь. Помолился, и они все ослепли. И не понимают, что ослепли. И он их ведет куда-то, говорит, идите прямо тут, мостик перейдем. Они войска идут, довел их до середины. Открой глаза им, Господи. Открыли, а кого они окружены? Царь сказал, да можно я их побью сейчас всех? Он говорит, а ты их завоевывал? Накорми, напой, посади их на телеги, отвези обратно, раненых перевяжи. Это в Ветхом Завете, по Новозаветнему поступили. Царь согласился. И написано, и с тех пор сирийцы больше не нападали. Есть такие государства, я знаю, только два пока такие, которые армию полностью распустили. Деньги, которые шли на армию, на учебу, на медицину пустили. И вокруг воюет государство, а их никто не трогает. Возьмите Швейцарию, все банки там. Сюда прошел враг, не тронул. Отсюда его стали выгонять. И другие войска, даже советские, никто ничего не тронул. Я просто говорю пример, что если мы доверимся Господу, будем жить в центре города, на окраине, Господь сильно спасти. Он закроет им глаза, они мимо пройдут и не увидят. Я неоднократно доказывал, что в моей практике было, они меня не видят. А как это может быть? Не знаю. Ну вот, привезли в лагерь, а там большие бараки, два ряда. И вечером, если раздеваются, чтобы остались только в нижнем белье. Выйти на двор там можно через полчаса. Только так. И минут пять пройдет после отбоя. В это время заходит военный офицер, и с ним человека четыре. Краснопогонники называются. Бригадир говорит, быстро ложитесь, чтобы никто... Я говорю, я не лягу, мне вечернее правило надо считать. Какое тебе правило, отец? Тут палками бьют от лопаты, черенки каждый несет, и этой палкой тебя бьют. Я говорю, я все равно стану молиться. И вот когда стена утолщается в одном месте, как стол, называется пилястры, но она вплотную со стеной, я около нее стал, ну видно, койка не заправлена, они проходят, смотрят на койку, я перед ними стою. И они прошли мимо. До того, это не один раз, и все заключенные поняли, меня Бог не видит. Вот день Победы был, 2 года назад. У меня собака, чемпион России. Намордник ее висит у меня здесь. Сам иду без намордника. И 40 кварталов обошел на День Победы в Барнауле. 40 кварталов! Я вижу, кого-то штрафуют, кого-то придираются. Я иду прямо среди них, они меня не видят. Отворачивают глаза. А почему Господь делает так? В житии святого Григория Чудотворца было, когда охотились за христианами, а он с диаконом был. И кто-то говорит, а вон они войска идут. А куда? Он говорит, а вот маленький холм, поднимется туда и там. Ну, кто-то сказал, они туда ушли. Ну, войска туда бросились туда. А они стали, говорит, рядом идут, поднимай руки, будем молиться. Стоят, молятся, они подошли, рядом стоят. Вокруг посмотрели, нигде не отвернулись, говорят, нет, там два дерева засохших каких-то есть с сучками с такими. Я все это рассказываю, это уже не сказки жития святых, чтобы мы полностью доверялись Господу. Если Господу угодно нас защитить, Он защитит. Они прямо будут стоять рядом и не увидят. И когда Господа хотели свергнуть с горы, написано там, жители одни, Он прошел через них, то есть через толпу и вышел другой стороной. Они его не видели, как Он прошел.
Итак, песня песней 2.11. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Речь идет о любви. Все прошло, недоразумения кончились. И Бог так делает, что ты увидишь, что главные помощники, они всегда рядом. Ангела-хранителя посылает Господь, друзей издалека или где. Зима кончилась, недоверия больше нет. Вот нас спрашивают, а вот если бы попали в беду такие-то там мусульмане или кто-то, запомните, для нас нету разницы, когда человек в беде. Не зря Христа называли самарянином, потому что он помогал всем. И самарянка-то где? Ее звать будто бы была Фатина, это Светлана, значит. Кто бы он ни был, протяни руку помощи. Вот мне говорят, а если бы вы оказались, вот перебросили вас куда-то, ну, оказались в мусульманской стране, языка не знаете. Что станете делать? Первый вопрос я постарался бы узнать, есть ли православный храм. Там с голоду уже не умрешь. А если никого нет, значит, им дать знать, они обязательно помогут. Мусульмане очень приветливые люди. Рассказывает, ягненка там закололи, они это пасут-то. Двое. Ну, ягненок, барашек, значит. На огонек тянутся, кто по пустыне идет, заворачивает. И когда пришло время хлебать эту уху, суп-то уже 40 человек сидело около котла. Никого не отпустят. Да, мало, разделим на 40 частей. Нам есть откуда примеры брать, какие православные. Считаем Иоанн Милостивый. Это человек, как игумен монастыря. Он выходил и во вход монастыря сидел и всех приглашал. 3-5 тысяч каждый день кормил. Один день пришло только 300 человек. Он говорит, то ли Господь меня покинул, никого сегодня нет. 300! Нам одного накормить, и то будет ущербно. Итак, мы считаем, что зима прошла, когда мы не верили во Христа, все было замерзшее. Сегодня Бог одарил нас благодатью Духа Святого, чтобы мы видели нуждающихся и рядом, и далеко, и ясно прислушивались. Вы помните, как это, Сибирское библейское общество приезжал сюда, Алексей, и как наши помогли. На второй приезд он говорит, вы у меня по всей Сибири до Дальнего Востока вышли по помощи на первое место. На эти деньги купили Библии. Перевод идет и с оригинала местному народу, ой, роты, алтайцы. Это вы там участники. Кто примет одного пророка, получит награду пророка. Вы распространяете Евангелие, сидя здесь, даже того не зная. Ваша щедрость там. Если у кого есть желание помочь, пришло письмо от них, оно у меня лежит. Возьмите, да, соберитесь все вместе, и мне скажите, сколько будет. Мы тогда собирались, когда у нас никогда не было, что там 2 рубля. Растопить эту зиму надо. Может быть, у нас лед уже на сердце. Подойдете, спросите. Пророк Исаия, 18 глава, с 4 по 7 стих. «Ибо так Господь сказал мне, я спокойно смотрю на жилище, и жилище моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет и гроздь начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли, и оставит все хищным птицам на горах и зверям полевым. И птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там. В то время будет принесен дар Господу Саваоф от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки, к месту имени Господа Саваофа на гору Сион». Я не знаю полное толкование, но мне кажется так, что здесь одобряются очень сильно верующие, и Господь видит, наблюдает, и какие люди придут. Речь идет все-таки о русских. Господь благоволит к ним, можно сказать, по сегодняшний день. Судя по всему, мы должны давно уже исчезнуть. Храмы строят, а в храмах никого нету. Прям несколько человек всего где-то. И какие-то люди придут и эту весть добрую будут разносить дальше. Которые наказаны зверями и птицами, где будут зимовать. Зимовать, то есть неподвижно стоять на одном месте. То есть если пленять будут здесь, другое государство придет здесь, нас среди зимы выкинут отсюда. И поэтому мы должны сегодня научиться благодарить Бога за тепло, за то, что вот это, представьте, кто-то строил, делал. Мы пришли на готовое. Мы это не делали, ни двери не вешали здесь, ни решетки на окнах. Это уже все было. Это Бог дал. И об устроителях храма и своих жилищ всегда вспоминайте.
Благодарствую. Я строить-то не умею. А зашел, какие-то бумажки дал. Ты что спрашивать эти? Какая им цена этим бумажкам-то? Они ни на что не нагодные. Негодные. А только говори, Господи, ты дал им мудрости. И вот я теперь спокойно живу, прославляю тебя. И сказать, Господи, вот наступила ночь, мы ложимся спать. А по городу ездят машины. И кто? Полиция. Зачем они смотрят? А скольких они за ночь задержали? Скольких от беды отвели? Кто-то замерзает где-то. Медицина. Это врачи. А кроме врачей, кто есть пожарные? Почему 0,1? Потому что больше всего погибает людей на пожаре. А второе, ну, больно, там, милиция, третье, то есть, кого вызывают? 0,2, кажется, милиция. МЧС. Вот так. Ну, и кто-то болеет 0,3. Помните, каждый вечер, молясь, ложась, вспомните о них. Вот мы молимся, вот у Васильника 51 шахтер погиб сразу. А я уголь беру этот и каждый день топлюсь. Господи, где они внезапно-то? В чем виноваты? Прости их, Господи. Японцы поставили фильм на северных народах, как они там с оленями. Какие-то шкуры, такая температура. Я каждый день их вспомню и дрожу под теплым одеялом. Благослови их, Господи. И показано, как у них иконки висят. Собираются с места на место несколько раз зимой. Они не готовят ни одной копны, а только что олени разгребут, съедят только и то. Вот обо всех находящихся в нуждах давайте помнить, чтобы на нашем сердце лед снега не лежал. Чтобы мы были жаркие, как весенние ручьи текут, так от нас благодать Божия распространялась на других. Иеремия 36:22. Я специально разных взял пророков, и как они к зиме относились. 36:22. Царь в то время в 9 месяце сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Зимний дом. Есть зимние храмы, которые зимой, может быть, а есть летние храмы. Я знаю, на Рогожском кладбище у старообрядцев два храма, и так называется. Ну и грейся, царь. А в это время нашли то, что да, Иеремия сказал против царя. Он как, против, да? Ну, он говорит, открыть ворота надо, воевать не надо, иначе все погибнут. У тебя сыновья будут живые, и ты сам будешь нормально видеть. И он тогда, сколько считают, он ножичком отрезает и в жаровню бросает. До конца не дослушал. Там, может, ты прославляешься, может, тебе обещан рай. И он написано, считали, он ножичком отрезал и бросал в огонь. Сидел перед жаровней. А когда Иеремии сказали, Господь сказал ему теперь на это, говорит, напиши то же самое и добавь еще. И за это отвечать будешь. Сыновей его на твоих глазах зарежут до одного. Тебе глаза выжгут. Вот что ты заработал. Но есть такой фильм, Иеремия называется. Советую посмотреть. Очень сильно поставлено, как ребенка приучают храм посещать. И как первый раз Господь открывается ему, вдруг светильники загораются. Все это показано. И как какой-то мальчик является, а через него Господь говорит. А потом взрослый и опять тоже говорит. Страшно выйти. И Бог укрепил его. И вся его жизнь показана будет. Фильм называется «Иеремия». Запомните? Посмотрите. Такой фильм и в пост полезно посмотреть. Амос 3:15. «И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут домы с украшением их из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь». Знаете, Писание, вот нужно воображение развить свое. Если воображения нету, то и остальные качества тебе не помогут. Ты воображай, где-то там попали кто-то, а это я мог. Мог быть там, мог. Мы вот едем, авария перед нами была и после нас. А мы проскочили, сами не знаем как. Вот мы едем на восток, Мистия когда была, до Дальнего Востока. Чистота и порядок, вернулись, а нормально. На следующий год там развился премьер-министр или президент, туда летали, смотрели, все залито на огромные километры. Мы поехали в следующий год на юг, а те говорят, а у нас в прошлом году прорвало там плотину. Ну и говорят, погибли люди. Сколько погибло? Говорят, там 30 человек. Он говорит, больше 3000. Хлынуло с грязью все, и нижние, которые этажи, все было затоплено. А мы могли туда поехать. Но мы едем так, что туда поехали, не было, туда приехали, уже прошло. И мы не один раз, представьте, мы проехали от Тихого океана до Атлантического и пили воду сырую везде, и ни один не заболел. У нас тут и брат один есть, который ездил хоть до Дальнего Востока. Ни больных не было. А почему? Святая была освященная вода. И собака не заболела. То, что нас церковь снабжает, это не талисман какой-то, а освященная вода.
Вот крещение. Мне уже из редакции звонили, как у вас крещение будет, будут ли дети. Ну, их интересует, чтобы съемка была, чтобы обязательно были. Кто наши люди? Скажите, батюшка приезжает накануне, это значит на сощельник, 18-го, так? Нет, он будет только 19-го. А? Батюшка будет только 19-го. 19-го. Ну, я не знаю, я переспросил. 19-го. Так что, кого наших нету, других чеших-то мы не зовем, а это можно позвать. Свои, которые бывают где-то немощные, чтобы кто-то съездил, привез их. Этот самый шумный, самый бестолковый и самый, можно сказать, неверующий праздник. Весь город стекается. Черпают, несут, купаются в Аби, и где только нет. Купаться не надо. Наш епископ Евтихий большие материалы издает по этому. Это все язычество. Никаких троекратных, никаких прощений, нет ничего там. Просто можешь заболеть и не то получить. Захария 14:8. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И как разделение на периоды годовой, лето, осень. Зима, весна. У нас различия. А тут упоминайте, а весна даже не знаю, где так упоминается. Если Господь позволит, завтра мы можем проговорить про лето. Лето кончилось, а мы не спасены. Спрос больше будет за лето, а не за зиму. Считаем Иоанна 10:22. Особенно внимательно к этому стиху. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. В этой книге, это протестантское издание, оно синодальный перевод, все тут до слова точно, но здесь 66 книг. Они выбросили 11 книг неканонические. А Господь ссылается на праздник, который во второй книге написано Маковейской. И они установили праздновать освящение, когда он был поруган, храм, обновление храма. 8 дней праздник сделали, и из года в год, чтобы этот праздник был. И Господь, они на него ссылаются, и он пишет об этом. Значит, книги Ветхого Завета не канонические, они были приняты не только святыми отцами, но и евангелистом, вот он о нем пишет. 10:22. Когда беседовать будете с сектантами, запомните это, чтобы сказать им. Деяния 27:12. Как относились святые апостолы к зиме? А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Ну, я работал после армии на Балтике, знаю, что это такое, что такое обледенение с одного бока, корабль там может 1000 тонн, его наклоняет, он опрокидывается. У меня стихотворение, которое поется: «Рыбацка шнула, с волнами боролась, стремительный крен возрастал, смятение росло, но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал». И последний куплет: «Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой». Это ужасно. Больше 5 минут человек не может подержаться, тело охлаждается где-то. Ну, там тоже говорится о зиме. Видимо, торопились они, не льды же там плавали. У Бога-то видите, как разнаряжено. Чтобы какой-то беде даже случиться или добру, заранее где-то что-то. Оторвался айсберг. В нем 5000 тонн весу, громадина такая. И она 2,5 года плыла, чтобы наказать людей за гордость. Приплыла на то место, где пойдет самый большой в то время корабль, и который его строил. Ну, такие, называются, перегородки у него и обшивка. Этот корабль сам Бог не потопит, было сказано им. И вот он столкнулся, им называется «Титаник». Большего числа людей тогда еще в то время не погибало там. Вот и все кончилось. Айсберг в свое время доплыл 2 года, не торопился никуда и прямо встал на пути. Туман Господь напустил, ахнули, все пошло ко дну. Слышали такую беду? И поэтому, знаете, для Бога нет ничего невозможного. А мы будем особенно осторожны зимой, даже вот сейчас. Лишний раз не ходите куда не надо. Деяния 28:11. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове. Видите, как слово «зимовавшем», отсюда делаем вывод, ну, видимо, охлаждение большой зимы, штормы какие-то были. А шторм, это знаете что?
Вы как-нибудь придете домой, зарядите «Шторм», «Реквием», два слова Баха, кажется так. Корабль, который идет, он буквально скрывается, волна скрывает, не видно только мачты. И потом оттуда поднимается, и вот так вот. И как на землю волны идут. Ну сколько там метров, может быть, я не знаю, 15, больше, стоит маяк. И волна бьет, и где-то вверху, сверху, так видать, его даже не видать нигде. Это ужасно. Говорит, кто на море в шторм не бывал, тот горе еще не видал. Мне пришлось стоять в это время за штурвалом. Я хорошо это помню. И теперь, когда стал считать, я понял. А что те люди знали, когда мотора-то не было никакого, а были только весла и ветер, и паруса, рубили мачты за борт. Мы должны понимать, делать какую-то поправку с того, что мы считаем. Сегодня все это легче. Если ты ничего не знал, человек, вот я скинул данные на наш ресурс, он зашел, почти каждый день новые люди приходят у нас. То, что мы делаем, снимаем, выставляем. Вот сегодня сразу трое на меня натолкнулись. А тогда из этого ничего не было. Надо было залазить на кровлю и кричать. Написано, говорит, с гор понесутся, как прекрасны ноги благовествующих мир, что, говорю, на ухо будет возвещаемо с кровли. А тайна тогда нельзя было, за это арестовывали. Когда Павел говорит, как бы ни проповедовали, я и тому рад. Вы не думайте, как проповедовали, чтобы еретики проповедовали. Нет. А почему? А они проповедовали с одним намерением, чтобы Павла сильнее заковали. Дело непонятное. А дело в том, что когда судили, всегда говорили, а вот этот человек-то, он нам комсомольца увел. Мне когда были и говорили, из КГБ меня арестовали по санкции московской КГБ. И говорит, какого человека у нас погубили? Офицера. Он убирал и стал священником. И это все навешивали на Павла. Как бы ни проповедовали, лишь бы люди обращались. Стараясь увеличить тяжесть уз. За это тебе одно, а за то, что уверовал этот такой человек, тебе еще добавьте ему лет 5. Вы молитесь об этом, чтобы этого не бояться, лишь бы люди обращались к Богу. Титу. Нет, 1 Коринфянам 16:6. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Павел везде шел, а тут вдруг перезимую, а сижу так, что сидите спокойно зиму здесь. По гостям нигде не ездите. Не мешайтесь. Если когда приедете, постарайтесь помочь. А зимой нечего делать там. 2 Тимофею 4:21. Постарайся прийти до зимы. Приветствую тебя, Евул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Если к Павлу кто-то идет, то постарайся до зимы прийти. У нас устав Потеряевки есть, то зимой никого не приглашать и запрещать приезжать. Вышел человек, собрался к нам и заходим в городка, а нашли в кустах. Дальше одна душа не к нам, но через нашу деревню прошла с той стороны. И только весной, когда много воронья слетелось, подошли посмотреть, там девушка замерзла. И нынче один, в прошлом году приезжал один человек. По линии шел, у себя уже уехал, и сбило, и он погиб. Зимой сидите на месте. Никуда не ездите, никого не приглашайте. Я рассказываю только про нас, конечно. Человек слез, а никуда нету, ни здания, ничего нету. А у него, ладно, с собой спальный мешок. И он там нос или что-то обморозил. Утром пришел, никто не звал, зачем приехал. Ну, батюшка рассказывал, как он, с каким трудом выехал. Титу 3:12. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Видите, все остановится. Речь идет о том, что движение Павла прекратилось. Это вам не пример разве? Никуда не надо. А вот мы делали миссионерские путешествия, ездили. Это когда уже тепло, месяц июнь, июль, август. Вот это брат вот с нами ездил, знает. Но уже мы как-то осенью попали, к осени ближе. Ну и отовсюду сведения поступают какие. Как люди рады, как благодарят. Какие благодарности у нас сохранились. Благодарности и от Чечни, и от Белоруссии, там Сербии. 650 городов мы посетили, больших районных центров. И пришли мы тут со Словом Божиим, которое гасит все, которое дает тепло, жизнь. Вот во второй книге Ездры 9:6 написано. Когда вернулись они из плена и видят, дети растут. Ну, если сейчас она выйдет за японца, видно, какие глаза будут.
В Москве, когда был фестиваль, прошло, и сейчас бабушка идет, катит, а там черненький лежит владелец. Где, откуда он взялся? Да у нас тут такой был, приходил, вот, на память оставил. Так вот, если мы будем говорить об этом, по, как у евреев было, то Ездра и Неемия, они увидели это, и наполовину говорят по-еврейски, а другие по-манитски. И они решили, что давай сделаем развод. А когда, я думаю, уезжали, ну, тут понятно, что дочь уезжает, хорошие отношения, зять хороший попался, трудолюбивый, денежки всегда есть у него. И вдруг целые караваны потянулись оттуда с детьми. Полный развод по всему Израилю. Освободить страну от полукровок. Ни один человек в мире не мог бы это сделать, не считая, после Германии было. Ну и там по-другому было. А здесь так, освободили и собрали весь народ в Израиле. В одном месте собрать это почти невозможно. Речь идет о сотнях тысяч. А в это время написано, зима была, холод, и люди стояли и дрожали. И говорят, вы сделайте так, чтобы отодвиньте этот развод к весне. Вы понимаете, мы замерзаем, стоим здесь. Мы не можем стоять, дождь идет, мороз, и холод. Это все описано здесь. Ну и прислушались к ним, и так и сделали. А я просто представляю, картина такая. Для нас она ничего не значит. А фильм поставить, плакать будешь. Как они идут, родители ничего понять. А что случилось у вас там? Не знаем. Пришел такой указ, в Конституцию добавили статью, что полукровок выгнать, чтобы семя было чисто израилево. Ну, по-нашему рассуждать. Нацизм самый настоящий. Человеческие слова, они не вмещаются в те рамки, которые были тогда. Еще есть одно место у «Премудрости Соломона». Тут у нас нет этой книги. 16.29. Так, и 2 Ездра 9.11. Вот человек, который неблагодарный, ну, это как холодный замерзший, будьте благодарны за все Богу, за сегодняшний день, вчерашний и будущий, хотя мы не знаем, что будет. Кто-то вот это все делал, напоминаю, кто-то у нас мастера, смотрите, как все сделали, как это украсили, как написали, ее нету, сестра Надежда, благодарите. Неблагодарный подобен, как лед, на который изморозь, говорит, падает, чтобы это не было над нами. Давайте договоримся. И духовный лед постараемся растопить. Богу нашему слава во веки. Аминь. Аминь.